Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала, меня зовут Юра, и мы продолжаем играть в Watch Dogs. В прошлой серии нам прилично насолила птичка, птыц такой дурацкий, которого зовут Дефолт. Ну и сейчас мы поедем его нахрен устранять. Ибо он задрал уже. Честно говоря, я разобрался, я когда пересматривал прошлую серию. Почему мне не приехала машина? Потому что я изначально просто ее купил, и второй раз нужно было ее выбрать, вызвать, она бы тогда приехала. Ну ладно, это не важно. Нам тут подогнали вот такое вот говнецо, которое, блин, как корова на льду. Ну ничего. А сейчас мы поедем этого птица устранять, я думаю. Что там еще может быть? Сказал в прошлой серии нам Тибон, где он тусуется, и поэтому что нам париться? Нам убивать не привыкать. Мы товарищ мститель, и мы поеду устранять поднасолившую нам каркушу. Хрен с ним, как говорится. Воу! Ага, и под колеса бросайся давай. Ой, я опять в очередной раз замученный, замаянный. Ремонт просто так легко не дается. Но все-таки я думаю, серийку записать смогу. Две уже точно не запишу, но одну запишу. Так. Вроде проехал. Надеюсь, серия не выйдет такая длинная, как прошлая, потому что, честно говоря, две таких серьезных миссии за один раз выполнять, блин. А вот откуда лаги? У меня даже интернет не подключен. Ясно, комп не перезагружался целый день, я думаю, что поэтому. Ясно, в общем, в следующий раз перед записью просто буду делать Restarting Windows. Так. А, дефолтная ситуация, да. Ну сейчас мы устроим тебе дефолтную. Только прика паркуюсь получше. О! С той стороны вылезти не мог. Ну, естественно, дверь бы. Не, ну открылась бы. А! Похер. Так. Слушай, а что там, преступление было? Ну ладно уже. Амброзия. Раньше мы ходили сюда в кино. А теперь просто клуб. Блядовня называется, мы. Да. И наверняка ждет меня. Хер его знает, ждет, не ждет, ну, сейчас определимся. Тять! Я иду. Берлари участвует в телевикторине. Так, что там взломать нужно чувака? Ушибалу взломать, да? Ну, сейчас мы ему устроим. А, так, а что я его не могу взломать? Ты лак, да? О. Ну, нормально. А он без головы, глянь. Класс, вообще супер. Безголового обманули. Ну хули там безголового обманывать, это же как нифиг делать. Если здесь музло должно валить, а я музло вообще отключил полностью. Так, ладно, мы сюда дойти не можем, да, нам нужно. Пробрался. А, открылось. Зря я тут с камерами развлекался, да? Ну ладно. Сейчас пойдем сканировать. Здесь такое музло вообще должно быть. Тыц-тыц-тыц-тыц. Вон все там. Радуются жизни пьяные. Мы их взламываем. Пошли все нахер. Прожигатели долбаные. Сейчас масло. Кстати, этот Гондонио, по-моему, сидит где-то сверху там диджейского пульта. Да, вон он. Поэтому постараемся подобраться к нему поближе. Так, как тут? Стоп. Смотри-ка, хакнул систему профайлер.
играет со мной. Говнюк. Ну что же, продолжай. Ладно, мы продолжаем. Продолжает жрать кактус, да? Ну, молодец. Вообще на взлом. Блин, да вы дадите пройти, наркоманы хреново. Так, дайте мне пройти еще. А чё вы тут? Так, дай пройти. О, говнюк. Не даст. Так, где-то должна быть тогда камера. Где она? А я не знаю. Ну я отследил. Блин, почему я ему не могу дать под зад? Так, тут там еще есть, да? Взломайте сервер дефолта. Хорошо. Сейчас взломаем, только наверх туда доберусь. Как мне туда наверх добраться? Да блин, с башкой на голове. Что я несу? С башкой на голове. Так, я не понял. Мистер Упырь. Так, эти там отошли вообще? Или стоят все еще? Блин, может их припугнуть? А нет, тут еще охрана стоит. Которые, короче, не пускают. Не, ну а как нам еще добраться наверх-то? Какие-то вообще какой-то закоулок зашел. Непонятный. Так, ну а где ж. Где ж проход? Блин. Прохода нет. Не, ну я оружием, конечно. Вообще, если, может, я к нему подойду? Нет. А, во, камера есть, ё. Ясно, опять взломы. Взломы хреновы. Нехило. Придумано. Так. Хорошо. Хорошо. Так, нам теперь надо тихо. Так. Так. Блин. А? Есть. О, щат. Это будет. Да, очень умно. Это трындец, это не умно. Я не понял вообще, что здесь делать. Куда нам вообще добраться-то надо? А, вон до этой хири. Ладно. Взламываем вот эти вот, которые. Которые безвременные.
Так. Есть. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Вот он, долбанный этот придурок. Ну так и что? Маркович, блин. Угу, да факаешься ты у меня сейчас. Так, ну и что? И куда он делся? А чё так эти? Ах ты с... А чё так громко шаги-то? Я не понял. Да пошёл ты. Блин, там снайперюга. Нужны мне ваши электронные компоненты. Так, это хорошо. Ну давай. Давай, вылазь. Вылазь, Музила. Тут он. Тихо. Ах, кто его? О, как его? Так, где-то еще один снайпер там. Не. Блин, шаги эти, конечно, громкие вообще стали. Давай, иди сюда. Вылазь. Готов? Это ж сидит, ну херня. Так, куда нам надо? Не сюда. А не совпадение, чувак. Чё ты там заметил кого-то? Так, нам сюда, по всей видимости. Блин, бежит как конь.
Реально. Они, конечно, профи. Но дефолт взорвался. Главное не отстать. А там уж тебе так, все выйти. Ну нормально, спрыгну, по идее. Опять блокаут, наверное. Так, чё, на машине, что ли? Ладно. Погнали. У дефолта есть какой-то нехилый дешифратор. Эти твои штучки могут глючить. Надо на него поставить свой поинт, чтобы не запутаться. Блин, он еще моргает этим волном своим. Далеко. Блин. Сколько вообще уходит? Куда он выбрался там? А, в общем, да. Дайте мне waypoint, чё? Иди с дороги, мать. Время уже уходит, ну нормально, да? Отлично. Ничего мне waypoint на всякое говно показывает. О, смотрите, как он гражданских убивает. Ну, давай скачивай, аж близко вообще нахожусь. Нехило я припарковался. Чикаго подставной. Вот так сюрприз. Как они это сделали? Какой-то дикий код. Прямой подтасовки не было. Ничего не понимаю. Куча грязного белья. Мечта шантажиста. Да ты бесишь, блин. Ну не Тибон, а... Видео. Придурок. Женщина. Она мертва, но именно из-за этой записи начали преследовать меня и мою семью. Ничего, сейчас скачаем. Не, ну честно говоря, этот семейный универсальчик носится как... Я не знаю кто. Я за ним на почти, на практически спорткаре и не успеваю добраться. Блин, ну 8% осталось. Че несу, не успеваю добраться, не могу догнать. Мне нужно догнаться, чтобы догнать, как песня пелась. Так. Еще 5% этого говнюка. 4. Так вот по процентику сейчас будем. Блин, 1%. Давай, давай, давай. Давай, погнал, погнал, ну. Ае, ае, ща будет. Дайте мне турбобуст какой-нибудь, есть. Ну и все. Сейчас мы тебя нейтрализуем.
больше ты нам не нужен. Как ты меня тогда помнишь, дебил? Блин, он уезжает. Я думал, он из машины вышел. Да вот хрен. Гражданского замочили. Да куда он? По пляжу. Ушел. Чё? Прошу, скажи, что мы все нашли. Вроде бы да. Как минимум то, что нужно этому психу. Погоди-ка. Как ушел? И что делать теперь? Эту женщину, хоть одно видео с ней есть? Не, чел, я лично не находил. Уверен, что она у Ирака? Нет, но он хотел его стырить. У кого? Так, теперь машину дефолта ищем, да? Ну, погнали. Но лучше бы его было сразу нейтрализовать и все дела, а то тут и гражданских замочил почем зря, фигней всякой маялся. Кинул маску свою, блин, уродскую. Слинял, гад. Облажался. Вот и поджал хвост. Ничего. Еще увидим его маску суперзлодея. Вряд ли это наша последняя встреча. Ну, я так понял, он бы по-любому ушел. Никуда ты не делся. Что там у нас с очками навыка? 7 штук доступно. Ну, попробуем что-нибудь прокачать. Что это, взлом банкоматов? Мега взлом. Ай. Так, вот лучше на отключение вертолета вот пригодится. Стопудово. Дорожные шипы хай будут. Так, ну и что? На 2 очка навыка я больше ничего не сделаю. Концентрация не впилась. Не ясно. В принципе, ничего больше не осталось качать. Так, послушаем, о чем тут базарили. Да, я в курсе. Не-не, ты послушай, тут все по-другому. Похоже, на тебя ополчились все. Проваливай с Чикаго живо, устранители с тебя не слезут. Все равно найдут. Спасибо, Джорди. Ну да, ты не послушаешь, но я хоть попытался. Сказали нам, в общем, валить. В общем, валить как можно дальше. Какая точила стоит. Так, стоп. Преступление. Вон на него исходим. Привет, чел. Есть новости. Куда прёшь? Кажись, я теперь могу стать звукоинженером. Слушай. Ты почистил ту запись. Послушай. Брент Ольстер. Зайдите к начальству. Брент Ольстер. Ники звонил оттуда же, где делали это объявление. Брент Ольстер. Отлично. Пожалуй, запущу поиск. Я преступление оббежал. Фигачить. Нашел. Ники там. Я знаю.
его, братец. Понятно, короче, за Ники надо будет бежать, но сначала мы устраним преступление. Нужен великий мститель? Да. Немножко людей взламываем. Ага. Кажется, он тут рядом. Эх, ну что? Давай. Имеет три соска. Это трындец. Ну-ка. У вас с ребятами есть серьезная проблема. Эй, нет, не, эй, не твое дело. Кто там звонит? 911, расскажите, что случилось. Алло, спасите. Тут какой-то чувак палит без разбору. Скорее. Пора валить отсюда. Трындец. Начинаю сканирование CBOS. Так. Чуть не отсканировали меня. Блин, людей завалил. Фух. Не, ну ладно, получил то на то и получил. Ну, единственное, что опыта набрал. Отсточило ничего. Такая. Оставим ее для потомков. Ну вот, так, ну ладно. Я думаю, я все-таки сегодня уставший, и поэтому больше... Да такая же точила. Так, на Вольво немного похоже спереди на новую. Вот, я сегодня подуставший, поэтому такая серийка. Ну, хотя почти 30 минут тоже получилось. Ну что ж, надеюсь, понравилось. Единственное, что птичку мы эту так и не замочили, но, как сказал наш дорогой... Опа. Как сказал наш дорогой Пирс, мы еще встретимся. Вот. Ну, а с вами тоже, дорогие зрители, встретимся в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Всего самого наилучшего. Пока-пока.